Ребята, всем добрый вечер. Третья смена отработала. Вообще поток нескончаемый людей. Надеюсь, завтра в понедельник будет меньше народу. Вчера голову помыла. Челку вот так вот надо ее, короче, стричь. Сейчас всем чай попью. Че я сегодня, знаете, по акции взяла? Я вчера по-моему рассказывала, нет? Про оливки вот такие. 95 рублей. Да, по-моему, я вчера рассказывала в видео. 95 рублей. Ну, блин, я считаю, это недорого. Так они типа 190. Вот это опять же о том, что как цены растут. А, яблочек купила. Сегодня полный пакет она купила. Пекинская капуста, девчонки, вообще за копейки. 69 рублей. Взяла таких вот два вилка, они прям легкие, небольшие, где-то примерно по 350 грамм, ну 358 на 25 рублей. Это, знаете, вместо зеленого салата к салату. Так, а Пашка, что сегодня помидоры? Виноград. Помидоры. Что, не поняла, не нашла помидоры и огурцы. Огурцы сегодня вообще прям просто расхватывали, раскупали. Один еще оптовик, он 3 или 4 заходки делал. Огурцы покупал примерно, наверное, за раз килограммов 15. Перекупщик, что ли. Но у нас они, правда, прям такие свежие. Ну, понятно, что не домашние. Но не как вот бывает в магазинах, смотришь, они как вялые. А это нет, вот такие нормальные огурцы. Фух, мне еще сегодня шоколадку подарили. Женщине по своему купону пробила эти, скажите. Ну, сейчас акция, это вот мясорубка. Мясорубка. Какой фирмы-то? Не Рэта, вторая, ну, поняли. Сейчас просто уже с памятью к вечеру, блин. Она по 4000, а у нее не хватало магнитиков. Я говорю, у меня есть, давайте я вам пробью. Ну и все, пробила мне шоколадку. Еще сегодня всех друг друга с Днем Матери поздравляли. Кстати, девчоночки, вас тоже поздравляю с праздником. Чтобы здоровье, детишкам и вам... Чтобы все росли здоровенькие, крепенькие. Чтобы все было хорошо, умненькие. Вот и вам, мамулечки, всем здоровья. Да, и чтобы дети наши здоровые были. Это я к чему, знаете? Ну, есть две знакомые. И у них, получается, у одной замершая беременность, то есть не выходили. И у второй, допустим, ребенок с патологиями. Вот я не знаю, то ли это, что вот наш город так загрязненный. И в палате, говорит, тоже ну, лежали девушки, женщины тоже, то есть замершие беременности. То есть, прям, знаете, вот такое часто распространяется в последнее время. Ладно, не будем о плохом. Такой чаёк купила. Дилмах Эрл Грей с ванилью. Три упаковки взяла. И вот уже одну упаковку открыла. Сейчас хочу попробовать. Мне, в принципе, вот этот Грей нравится. Это же бергамот. Хочу с вами чай попить. Аня сегодня ходила перефотографироваться. Я что, даже не посмотрела, какие фотки. Ей на флешку скинули. Ну, то есть там надо было то ли фотографии опять и на флешку. Вот. Я говорю, ну пусть там, по-моему, 6 фотографий ей дали. Я говорю, пусть, мало ли что, где, куда пригодится.
чтобы потом не фототься 150 раз. А я им сразу сказала, ну это для работы, я говорю, что надо было идти в пиджаке, а то она получается в белой рубашке, и оно как с белым фоном сливается, ну то есть там или на бейдж, или на пропуск, куда им там надо. И получается, ей сказали перефототься, чтобы было в пиджаке, вот так. Она такая, мама, я не хочу свои деньги тратить. Типа, у меня в планах не входило. Я говорю, ладно, я тебе дам эти деньги. Вот они с Пашкой прогулялись с отцом. Они говорят, хорошо так на улице, так немножко снежок. Ну, погода теплая. Прям вот для гуляния прям хорошая теплая погода. Завтра она в коллектив отнесет тортик, конфеты. Это я ей купила, я говорю, Аня, это еще как сказать, не то, что вливалось, а это за приход, ну, вот где их не кабинет, а там другой, мы отдельно. Она вот благодарит женщину, тортик взяла, какой-то интересный торт, конфеты, тирамису. Я говорю, вот завтра как в пакете... Как я положила, чтобы он не переворачивался, так и вот понесешь. Я в коробку положила. Ой, в коробку, господи, в пакет. Также пачку чаем положила. Ну и вот тортик. Вот такой тортик. Какой-то интересный, одна сторона темная, другая светлая. И конфеток. Тирамису. Ну и вот такие вот воздушные. Вот эти конфетки. Воздушное облако или как оно называется? А, райское облако. Вот, я думаю, чай попьете. Сейчас завяжу. Сейчас в холодильник поставлю. Вот, я думаю, на обеде там чаек попьете. А то уже скоро будет как месяц отработала. Ну, работает уже как месяц. Будет. Ну, кстати, ничего такой вкус. Может, они не пробовали. Они говорят, у них там всякие разные чаи, там все такое. Я говорю, ну, может, они такой не пробовали. Так что, да, тоже чаем. Пашка пюре наготовил, сардельки отварил, еще купил он маринованный, наверное, помидор купил. Вот такие черри ели. Я думаю, где он свежий-то купил, не нашла в холодильнике. Еще думаю, салат сделать на завтра. Вкусненько. Не, нормально такой чай. Ой, хорошо как. Сегодня
покупали телегами, телегами. Капец. О, время уже поздно. Там, ну, такое видео загрузила на Бусти. Кому интересно, переходите. Ладно, мои хорошие, на этом я заканчиваю. Сейчас умоюсь, пойду спать. Все. Всем пока. До завтра. Завтра последний день работы, иду на выходные. Все, мои хорошие, пока-пока.